В разгар жарких дней вся детвора выходит на улицу, чтобы активно и незабываемо отдохнуть летом. С этой целью работают дворовые площадки, где школьники могут провести свободное время во время каникул. Веселые конкурсы, развлекательные игры, спортивные мероприятия – все это позволяет провести отдых с пользой для здоровья. На днях на территории лицея номер 1 состоялся настоящий спортивный праздник, где побывали Надежда Неткачева и Георгий Калинин. Наш девиз. Жизнь смело, гордо, весело, умело. Лидеры, экстремалы, цунами, кока-кола, динамит. Эти и другие команды выкрикивали звонкие девизы, яркие речевки, держали в руках красочные плакаты, представляя свою дворовую площадку. Ангелина Зайцева – участница команды «Неугомон». Здесь она со своими друзьями под присмотром вожатых свое свободное время будет проводить на дворовой площадке. Соревноваться в различных видах спорта, таких как волейбол, настольный теннис, туристических эстафетах. Девочка долго готовилась к участию в спартакиаде и очень хочет, чтобы ее команда стала лучшей. Мы обычно играем в мячи, в разные такие, с мячом. Соревнования, там баскетбол, стритбол, и там можем на скакалке попрыгать, в горячую картошку играем. Я обязательно буду ходить на дворовую площадку, потому что там много друзей, много людей новых я увижу, и много хороших, не знаю, просто людей. С началом спортивного лета детвору поздравил глава города Славянска на Кубани Александр Коновалов. Наверное, самые любимые, долгожданные, желанные летние каникулы. И, наверное, нужно провести их максимально интересно. Поэтому администрация города постаралась создать вам максимальные условия для того, чтобы ваш отдых был насыщенный, интересный. После того, как прозвучал торжественный гимн России и Кубани, ведущие дали старт дворовой спартакиаде «Малые Олимпийские игры 2014». Начали свою работу 20 станций, где ребята могут проявить свои творческие, спортивные и интеллектуальные способности. Дух соперничества, желание стать лучшими, первые победы и поражения – все это создавало напряженную, но при этом такую праздничную атмосферу. Работа дворовых площадок, проводимые на них спортивные состязания – это отличная возможность для школьников с пользой провести летний досуг. Такие мероприятия прививают им интерес к физкультуре и здоровому образу жизни. Во-первых, они здесь много находят общего. Это и знакомство, это и общение. Походы на просмотр кинофильмов, кинотеатр «Кубань» – это и спортивное состязание, подготовка команд. Ежегодные традиционные малые олимпийские игры стали одними из самых любимых спортивных состязаний среди школьников. И такое название соревнования получили не случайно. Ведь, как и на настоящей олимпиаде, они включают в себя игры по самым разным видам спорта. Состязаться в них ребята будут на протяжении целых 3 месяцев. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, Сергей Тимовский. Программа «События».